Тренер, такая игра, наверное, после которой седых волос больше на голове, чем было. Проиграли, Панвежи, проиграли лидеру Автобет Лиги. Может быть, не все так плохо? Да нет, все нормально. Понятно, играли дома, хотели дать бой. Я думаю, что у нас получилось это сделать. Вот. В начале сезона мы договорились с ребятами. На этом стадионе, на нашем домашнем стадионе, с нашей поддержкой, любой команде, которая к нам будет приезжать, лидер это или аутсайдеры, любой команде должно быть очень-очень тяжело отсюда уехать с очками. Вот. Я думаю, что мы как бы следуем этому нашему договору. И сегодня дали бой лидеру, который с первого тура нашего чемпионата на первом месте. Хорошая команда с хорошими футболистами, с хорошим подбором. И я думаю, что потеря очков, конечно, нужно расстраиваться, а показанной игрой, желанием, конечно же, нет. Бой дали, но очков нет. Чего не хватило сегодня? Понятно, у нас молодая команда, немножко не хватает опыта, особенно в концовке игры, когда я выпустил Клавса, высокого центрального защитника, в атаку. Наши молодые ребята должны понять, что если я выпускаю вперед нападающего, нашего защитника, ставшего нападающим, то, наверное, мы будем будем упрощать больше лонгболами, нужно подбирать под ним мячи. Такая проблема, не подбирали, играли широко, не упростили игру. Какие-то футбольные хитрости, которые тоже мы не использовали в этой концовке. Не хватает опыта, ну ничего, у нас много очень молодых футболистов, у них впереди вся карьера, и они должны в этих играх получать этот опыт. Тренер Панивежиса Джино Летьери был очень недоволен полем. И он сказал, что качество поля было такое, что невозможно было играть в футбол. И он сказал, что поэтому они играли эти лонгболы. А как вы оцениваете качество поля? Конечно, мне тоже не нравится это качество поля. Но такие реалии. И, естественно, мы тоже хотим играть быстро, играть в комбинационный футбол. Вот 3 дня назад мы играли на этом стадионе с Удувой. Мы играли первым номером практически с первой минуты, много атаковали. Конечно, когда мяч дробит, и мы не можем быстро комбинировать, поле мешает. Мы столкнулись с этими проблемами в прошлой игре, когда нам нужно было атаковать и комбинировать. Понятно, что сегодня Панивежис все-таки команда-лидер, и в ней все-таки, если честно будем говорить, собраны более мастеровитые футболисты. И, конечно, поле может быть не очень качественное поле, больше помогало нам, чем нашему сопернику. Я это прекрасно понимаю, я это осознаю, но вот есть такое поле, есть такие реалии, и мы должны играть на этом поле. Арон Улугбоги не закончил игру, он покинул поле с травмой. Знаете ли, что с ним случилось? Ну, там было сначала верховое единоборство, когда он неудачно приземлился на спину. И тогда я уже принял решение менять его. Потом буквально через 2 минуты, пока мы готовили замену, там еще какой-то у него был контакт. И после этого уже точно ему понадобилась помощь докторов и замена. Пока я не знаю точно, что с ним. Ну, я надеюсь, что он будет готов к нашей следующей игре с чемпионом страны через 3 дня. И какие цели у вас встречи с чемпионом? Дать бой, как минимум, и, понятно, попытаться зацепить очки. Мы не можем с другими мыслями ехать в Вильнюс. Мы должны стараться показать хороший футбол и постараться взять очки с чемпионом.